Памятные медали от президента России за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» 29 октября вручили неравнодушным омичам. Награждение провели главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев и заместитель председателя правительства региона Татьяна Дернова. С марта по август этого года волонтеры доставляли продукты, лекарства и бесплатные продуктовые наборы тем, кто находился дома на самоизоляции в связи с коронавирусом. А партнеры акции оказывали материальную поддержку. Федерация бокса, студенческие отряды, медицинский университет, сибирский провиант, школа единоборств «Шторм». Всего в этот день наградили 33 активиста акции «Мы вместе». С самого становления нашей школы, нашей общественной организации, наша главная цель была какая? То есть для детей это преподавательское, это служить примером. Но и как сильные люди, все-таки мы занимаемся единоборствами, мы признаны здесь и призваны, вернее, для того, чтобы помогать слабым. Ну и здесь такая сложная ситуация возникла в нашем регионе, как в нашей стране в целом. Люди остались, можно сказать, к сожалению, во многом сами себе предоставлены. То, конечно же, мы откликнулись и решили им помочь. Волонтеры-медики, они были одними из участников, одними из организаторов акции, в принципе. Координировали штаб, который располагался на базе Омского государственного медицинского университета. И вот, в принципе, занимались медицинской частью вопроса и вопросами организации этой акции. И, конечно, сейчас для нас очень важно получить эту награду, как знак того, что наша деятельность была важна, то, что все это было не зря. Продолжили награждать участников общероссийской акции 5 ноября. Среди волонтеров и партнеров в этот день отметили студентов, представителей общественных и коммерческих организаций, государственных структур, а также ветеранов боевых действий. Мне выпала второй раз эта честь сказать вам слова благодарности. Слова благодарности и от правительства Российской Федерации, от президента, поскольку награда именно такого уровня. Сказать слова благодарности от губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова. Мне тем более приятно, что вы те люди, которые не по долгу службы, не потому что это написано в ваших должностных обязанностях, а просто потому что вы жить по-другому не умеете. Делали, делаете, я не сомневаюсь, и в будущем будете делать все, чтобы кому-то рядом с вами стало легче, чтобы кому-то оказать такую необходимую помощь, без которой человек не справится. Как вы принимали участие в этой акции, чем помогали? Мы спонсировали, по-моему, 2 недели обеды волонтеров. Вот, на этом наша помощь и состоит. Почему решили принять участие в акции? Ну, наша компания, в принципе, помогает во многих социальных проектах, в том числе это даже брать коронавирусное время. Мы создавали такой тоже проект в поддержку предпринимателей, называется «Локатор Омск». А там мы создавали некий такой каталог, где размещали омские бренды, чтобы горожане Омска покупали именно у местных производителей и поддерживали тем самым наших предпринимателей. Я участвовал в развозке продуктовых наборов, ездил, выполнял заявки, которые поступали от граждан Омской области, социально защищенных категорий населения. Это бабушки, у которых никого не осталось, либо дедушки тоже, без близких родственников, которые не могли сами спуститься и сходить банально за продуктами. И также я в роли автоволонтера сам лично развозил, возил волонтеров, таких же, как и я.